новой биомеханики, и я после долгих перерывов, связанных с работой, и все, что результаты, которые я не могу закончить, уже финал времени. Задержался ответ и оглашение результатов после последней линии. Вот. И сегодня я оглашу результаты. Победителям будут выданы награды оглашены. И потом будет запущен вечером или завтра уже, как поляжет, новый конкурс. Так, в линейке у нас задание было такое. Вывести свое переднее колесо, неважно как. Для некоторых это оказалось очень большой проблемой, то есть все просто сделали. И в 5 раз его крутил, и у кого-то шесть лет будет. В общем-то, активная группа слабенькая, потому что их не потеряют заслуги далеко, а некоторые это считают, там, это ашу, это твоя лучшая. Часто сидит там конкурс. Хотите не участвовать. А победителем в этот раз у нас стал Алексей Лотарев. Его верховина 6 смогла держать накат переднего колеса аж 4 минуты. На втором месте у нас оказался Игорь Трофимов с его дырчиком, моделем, там потом ниже скажет нам. Прокрутил колесо 3 минуты 43 секунды, и на третьем месте последний участник, который принял участие в конкурсе, был Виталий Кушнев со своим жаком, его колесо крутило 3 минуты 30. Отдельно замечу, что Игорь Трофимов получал от меня 12 часов бонуса аватарки за то, что он первый загрузил видео, и 24 часа дополнительно за то, что он первый, кто загрузил. Неделю после меня никто не может перестать. Все, пацаны, я жду фотографии ваших байков, там, мопедов, мотоциклов, ну и на ваши. И получается, что победитель будет иметь 48 часов аватарки. Второе место я получу 24 часа, плюс 20 комнат, 24. За то, что он первый был и неделю продержался. И Виталий Кушнинский тоже 24 часа.